придание дополнительных там царапинок, потертостей, да, там даже какого-то ambient occlusion дешевенького. И все этого я даже не подозревал. А эта книжка мне очень дала как бы толчок. То есть никогда не знаешь. То есть книжка, в принципе, ну, никогда не знаешь, что ты можешь для себя найти. Поэтому книжки, я бы их не зарывал даже сегодня, именно вот только интернет. Я вообще предпочитаю книжки в плане, что, ну, это, знаешь, приятнее их смотреть, чем в экран пялиться. Ну, это так, мое просто. Вот, а что книжки?